Фурманове участили случаи изнасилований. 16 января молодой мужчина напал в один день сразу на двух женщин 1959 и 54 года рождения. В обоих случаях довести свой преступный замысел до конца ему не удалось. Стоит отметить, что на сексуальные подвиги насильника потянуло после того, как он нанюхался лака. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело. На прошлой неделе еще одно дело заведено в отношении мужчины, который насиловал своего 6-летнего пасынка. Мальчик скрывал это от матери. Женщина заподозрила неладное, когда ребенок пожаловался на боли в животе. О случившемся рассказала мама мальчика, сожительница подозреваемого. Следственными органами установлено, что преступление было совершено в декабре 2012 года. Также у нас злоумышленник признался о том, что он весной 2011 года и осенью 2012 года совершал аналогичные действия. Следственными органами действия злоумышленника квалифицированы по пункту Б части 4 статьи 232 Уголовного кодекса, то есть мужеложство с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенного в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного деяния, ведется сбор доказательств вины подозреваемого, в том числе и по фактам, которые указаны были в явке с повинной.